А чего ты боишься? Ну, я боюсь бабайку. Она может прийти и съесть меня. Бабайки не существует. А ты тогда чего боишься? Я боюсь получить двойку. Нет, это не страшно. Я вот боюсь пауков. Они мохнатые и противные. Нет, пауки это не страшно. Страшнее облажаться перед другими. Нет, это не страшно. Ведь главное, что есть люди, которые верят в тебя. По мне, так страшно не влезть в любимые джинсы. Нет, это не страшно. Просто купи джинсы на размер больше. Для меня так это страшно, когда смотришь в глаза человеку и не видишь взаимности. Нет, это не страшно. Потому что если это твоя судьба, то вы все равно будете вместе. Для меня страшнее всего потерять веру в себя. Нет, это не страшно. Особенно, если есть человек, который не допустит этого. Я вот боюсь высоты. Боюсь смотреть вниз. Я не боюсь. Это не страшно. Прыгни с парашютом и поймешь, что высота – это свобода. Я вот боюсь старости. Это страшнее. Мне вот и не страшно. Старость, она дает возможность взглянуть в лицо своему прошлому. Понять, что все в этой жизни было не зря. Страшно. Это когда плачет мама. Да нет, это не так страшно. Нужно просто подойти к ней, обнять и сказать, что вместе мы все преодолеем. Я вот ужасно боюсь щекотки. Да ты не бойся ее. Я вот ужасно боюсь собак. Ох, это страх такой. Собак? Не, это не так страшно. Бояться надо не собак, а их хозяев. Я вот боюсь людей. Точнее, людской неискренности. Нет, это не страшно. Ты просто прояви искренность и получишь ее в ответ. Для меня страшно всю жизнь бежать, гнаться за счастьем и не знать, что оно находится где-то рядом. Так главное, позволь своему счастью существовать. Больше всего я боюсь войны. Боишься не войны, а потери близких. Я тоже этого боюсь. Не надо бояться. Время лечит. Когда есть те, ради кого ты продолжаешь жить. Как же страшно, если у тебя рядом никого нет. Не позвонить, не обнять. Самое страшное... Это когда ты никому не нужен. Не страшно, ты нужна мне.